Так, а Ольга Григорьевна совершенно правильно вам заметила. Да. Животного в мире много, а учебной техники недостаточно. Очень много животных. Была еще учебное оборудование. Внизу парк, тут колесо, где дети развлекаются, тут класс,
тут раздевал. Вот это вот сад. Тут деревья и кусты. Это спортзал. Смотри. Выше у меня-то расположен живой уголок. В клетку тут тритон, лиса, летают бабочки. Дальше у меня класс. А потом наверху на крыше у меня расположено футбольное поле. Там дети играют в футбол. Слушайте, вы можете деревья типа тут сделать? С меликом. Юрин, третий. Вот он здесь торчит, да. И все, значит, следующий.